Фух, ребята, прячемся от этой полиции. Так, ребят, чтобы нас не спалили, я нашла одну нычку. Это пиццерия. Давайте в нее спрячемся. Постойте, ребята, я знаю эту пиццерию. Не надо в ней прятаться, она очень опасная. Майкл, что за бред? Майкл, в любом случае нам надо в ней прятаться, потому что нас разыскивает полиция. Мы совершили большое ограбление. Хорошо, пошли. Боже мой, здесь нет света. Я знаю, где можно добыть свет. Тут где-то есть генератор. Вот, я нашел генератор. Я его сейчас включу. Фух, ребят, появился свет, но не такой сильный. Ничего страшного, генератор хоть и слабо работает, но свет скоро поднимется. Ну, ребята, здесь какая-то камера есть. Но почему она розовая? Я когда работал в этой пиццерии, меня тоже бесило то, что камера розовая. Так, ребят, это столовая. А здесь почему ничего не показывает? Это кухня, тут просто камера сломанная. А, понятно. Это коридор. Это правая сторона нашей, так сказать, обстановки. Там, где мы сейчас находимся, это правая сторона, куда нам показывает. А это левая сторона нашей обстановки. Ребята, тут какую-то энергию что-то показывают. Это энергосбережение. Вам надо меньше пользоваться разными электронными штучками, или он все равно упадет, эта энергия. Но все равно, так как свет здесь включен, то он все равно будет уходить. Но когда включен свет или генератор, то тогда он будет медленно уходить. 1% усек. А здесь аниматроники. Ладно, мы с Тимми уйдем на пару секунд. Мы просто проведаем, как тут все обстановилось. Не надо, это очень опасно. Да боже, что может случиться? Даже Тимми? Да. Тимми, смотри, аниматроники. Ох, Кэрри, помнишь, как мы в детстве здесь были? Нас эти аниматроники развлекали, а сейчас они вроде не работают. Да, я помню. Хочу погладить Фредди. Я помню, он таким мягким был. О боже, он и сейчас мягкий. Правило 26. Никогда не трогайте или не гладьте аниматроников. О боже мой! Боже, этот аниматроник ожил. Нет, не надо меня запихивать в тот костюм, пожалуйста. Черт возьми, где Кэрри? Надо отсюда убежать. Нет, 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 нет. Ты же меня не будешь запихивать в тот костюм, правильно же? Нет. Ребята, я на камерах видел трупы Кэрри и Тимми. Я должен закрыть эти магнитные двери. Я знаю, что они здесь должны быть. Нет, дурень, не делай так. Не надо так делать. Открой обратно все двери. Смотри, 15% остается. Открой двери! Ладно, если уж так, то я открою двери. Но я пойду на охоту с аниматрониками. Все, взял все оружие, да. Эй, вы, аниматроники, вы где? О, нет, сзади меня этот Фокси. Он меня ранил, нет. Не надо меня съедать. О, нет, осталось 0%. Держись, мы сейчас все умрем. Уилли, все испорчено. Они пробрались в эту пиццерию. Черт, все плохо. Я еду в эту пиццерию, все там изменю. Приехал.
Ну, где вы, аниматроники чертовы? Привет, Уилл. Здравствуйте, дети. Помнишь, как ты 2 года назад нас убил? Да, помню. Откуда вам это знать вообще? Так вот, мы хотим, чтоб ты умер, и наши души освободятся. Вы глубоко ошибаетесь. Ваши души навсегда прикованы к этому месту. Нет, Уилл. Так не может быть. Может. Чёрт. Ладно, хорошо, что я спрятался в этом месте. Они меня чуть не убили. О нет, они прямо там стоят. Залезу в этот костюм, они точно подумают, что я один из них. О, привет, ребята, я как раз вот ваш, так сказать, помощник. Какой ты нам помощник? Ну ладно, я просто Спрингтрап, я один из вас. Уходим отсюда, Майкл. Садимся в эту машину и уезжаем отсюда. Продолжение следует.